Уважаемые друзья, приветствую всех вас. Сегодня хочу презентовать наш новый проект, который называется forspirit.org. Это интернет-площадка для модульного дистанционного образования. Мы изучили 26 основных методов преподавания и выбрали модульное образование как одно из самых успешных и взяли это за основу той платформы, которую мы разработали. Очень удобно на любых носителях вы сможете проходить этот курс, не выходя из дома. Формируются группы. Если вы будете следить за нашими новостями, у нас объявляются наборы в группы, и вы сможете выбрать время, которое для вас удобно, и вместе с другими людьми, верующими людьми, пройти определенный курс. На данный момент я записал 4 таких курса, 3 из них уже выложены на нашу платформу forspirit.org, но я продолжаю усиленно работать над созданием других пособий. И не только я, но другие известные служители пишут сейчас свои программы, которые также будут доступны на нашей платформе forspirit.org. Эта мечта была в моем сердце уже много лет. И последние где-то 8 месяцев наша команда усиленно работала над тем, чтобы сделать это все технически возможным, простым в употреблении. Прежде всего, это мои лекции. Я скрупулезно, детально учу, я останавливаюсь, я много раз повторяю, я уточняю, подчеркиваю те или другие истины, которые Господь мне вкладывает в сердце. На данный момент, как я сказал, я записал самопознание во свете духовных законов. Уже лет 6 я преподаю этот курс. Всегда набираются группы, много очень свидетельств. Это 12 сфер нашей души, интеллекта, нашего духа. Это сложные лабиринты самосознания, попытка разобраться и прийти в гармонию с собой и в единство с Духом Божьим. Интересная работа, очень откровенная. Также я записал курс для групп прославления, важность хвалы, поклонения. Почему важно коллективно поклоняться Богу? В чем отличие поклонения от хвалы? Атрибуты, внешний вид, репертуар песен, как выбирать, какая ваша целевая аудитория. Эти все курсы выверены молитвенно перед Богом и записаны. Это 15 уроков, которые называются «Практика хвалы и поклонения». Следующий курс «Господи, научи нас молиться». Это 8 уроков, важный очень курс о том, как развить в себе навыки слышать голос Духа Святого. Что такое ходатайственная молитва, почему так мало ходатаев, почему это такой дефицит во все времена было, какие существуют методы передачи откровений со стороны Бога к человеку. Это сны, интуиция, это пророчество. И еще один курс очень важный – это церковь и ее устройство. Это все, что связано с внутренним устройством поместной общины. Для нас, для церкви Дом Хлеба, это просто большое благословение, потому что последние годы мы его регулярно преподаем в церкви, и мы видим большой результат. Почему? Потому что мы объясняем людям, как они должны относиться к служителям, к помазанникам, к ставленникам Божьим, как они должны найти свое место в теле церкви, в команде. Мы помогаем людям разобраться с этими вопросами. Мы вывели представление о богослужении за рамки воскресного дня, за рамки воскресного богослужения. Мы стали учить людей, как относиться к труду, что такое христианская этика труда, может ли профессия человека быть призванием, как относиться к материнству, будет ли она за это иметь награду, можно ли это рассматривать как свое призвание хотя бы на время, пока вырастет ребенок. То есть все эти вопросы очень важны, и мы объясняем это в этом курсе. Церковь и ее устройство, потому что наша задача, чтобы люди принесли максимум плода. Однажды, представ перед Богом, они должны понимать, что они свою жизнь разумно расходовали, все свои ресурсы, которые дал им Бог, они разумно расходовали каждый день. Все эти вопросы мы обсуждаем в этом курсе. Поэтому, уважаемые друзья, я с большой радостью сегодня приглашаю вас посетить нашу страницу forspirit.org. Вы выбираете курс, который вас интересует на данном этапе жизни. Вы проходите этот курс, вы обсуждаете эти темы в группе. У нас есть модераторы, которые все это проводят.
Вы сдаете экзамен в конце курса, вы получаете сертификат от нас о прохождении той или другой программы. Также при желании вы можете получить от нас доступ или право, или возможность эту же тему излагать у себя дома, возможно, в вашей домашней группе. Или если вы пастор небольшой общины, вы хотите всю церковь вовлечь в такой образовательный процесс на определенную тему, пожалуйста, можете записаться в такую группу, наши модераторы все это сделают технически, обучат ваших людей, проконсультируют. И очень важно, когда вся церковь находится в одинаковом учении. Посмотрите, изучите, позвоните нам, напишите. Следите, как я сказал, за нашими новостями, когда происходят наборы в группы по тому или другому курсу, и участвуйте. Если хотите индивидуально пройти любую программу, пожалуйста, такая возможность также у вас есть. Поэтому добро пожаловать на нашу новую интернет-платформу forspirit.org.